Всем добрый день, вернее уже добрый вечер у нас в Сочи. И здесь за окном у меня сегодня безумно красиво поют птицы. Это как раз мой комментарий небольшой к сегодняшнему вопросу моей клиентки, которой кто-то сказал, что в Сочи у нас здесь прям все так плохо, что у нас здесь вообще ужасные продукты и делать здесь в принципе нечего. А я вот как раз решила записать для вас видео и хочу поделиться этими приятными эмоциями, как вечером у нас в офисе поют птицы. А тема моего видео сегодня будет о том, как я зарабатываю в городе Сочи. Хочу вам рассказать о своем опыте, может быть, кому-то он будет полезен. Первый способ моего заработка – это работа с инвесторами. Я работаю как с крупными инвесторами, которые инвестируют очень-очень много миллионов в нашу недвижимость города Сочи, и также с небольшими инвесторами, которые инвестируют от 1,5 миллиона рублей. Если вам это интересно, у меня есть таблица сравнительного анализа, где вы сможете увидеть четкие цифры, где и как, и сколько, и на каких объектах можно заработать. Пишите мне личное сообщение, я вам ее обязательно отправлю. Второй способ моего заработка в городе Сочи – это мои личные инвестиции. Кстати, я сниму отдельное видео о том, какие инвестиции были удачные и какие были неудачные. К сожалению, такой опыт тоже есть, им нужно делиться, его нужно анализировать для того, чтобы не позволить своим клиентам, так скажем, проинвестировать неправильно. И, кстати, хочу отметить, что за все время моей работы в городе Сочи я не продала ни одного проблемного объекта и ни одной проблемной квартиры. В основном я продавала квартиры, которые строились по ФЗ-214, но и здесь у нас в Сочи есть подводные камни. Поэтому, имея свой горький опыт, я всегда своих клиентов ориентировала именно вложить свои деньги, либо купить для себя недвижимость именно в нужном месте и в нужное время. И если были хоть малейшие сомнения, мы всегда отказывались от этого риска. Я покупаю как новостройки, которые строятся от стадии фундамента, так и готовые квартиры, например, аукционным методом. Мы сможем получить здесь примерно на 20% цену ниже рынка и в дальнейшем перепродаем ее. Третий способ моего заработка в городе Сочи. По первому моему образованию я дизайнер, это также мое хобби и мне это очень нравится. Кстати, заходите на мой новый канал о дизайне и ремонте, я сделала отдельный очень интересный канал, вам понравится. Так вот, приобретая квартиру, я зарабатываю на том, что растет сам дом, и потом мы делаем в ней дизайнерский ремонт, красивый, очень качественный, иногда с дорогой, иногда с недорогой мебелью, это все зависит от дома, то есть если это дом эконом-класса, конечно, мы делаем простой ремонт, но со вкусом, если это дом бизнес-класса, конечно, мы делаем дорогой и элитный ремонт. И также эти квартиры потом реализует наше агентство, в котором я работаю. Ну и четвертый способ моего заработка – это, конечно же, продажа квартир, участков, домов, как людям для инвестиций, так и просто тем, кто приезжает сюда для отдыха или для ПМЖ. Поэтому, если вам необходимо приобрести недвижимость, пожалуйста, обращайтесь, буду рада вам помочь. Ну а я, как всегда, рада была записать для вас это видео. Смотрите мой канал, обязательно подписывайтесь на него. И не забудьте, что следующая тема моего видео будет опыт моих удачных инвестиций в городе Сочи. Всем до новых видео!